Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Формула успеха». Как услышать голос Божий? К чему он тебя призывает? Как ответить на этот призыв и быть плодовитым в своем служении? Об этом мы не только будем разговаривать сегодня, и я рада представить рядом со мной, напротив меня, сегодня замечательная гостья. Сильный служитель, ходатай, человек пробуждения, супруга нашего давнего друга, партнера, епископа Руслана Николаевича Белосевича, пастор церкви прославления в городе Абакане Элизабет Белосевич. Я приветствую вас, Анна, и всех зрителей. Санкт-Петербург нас хорошо, тепло встретил, хотя обещалось, что холодно будет. Я говорю, это из-за нас. Слава Богу, вы здесь. Мне очень радостно сегодня с вами встретиться и пообщаться. Ну что ж, говорим о призвании, об успешном служении, и я думаю, что действительно одним из таких важнейших вопросов для человека является вопрос его призвания, его предназначения. По сути, это то, что определяет жизнь и вектор этой жизни. Считаете ли вы, что вы состояли в своем призвании, или вы только на пути? Вы знаете, я тут недавно узнала, моя сестра сказала мне, что когда я еще не родилась, маме Бог сказал, что родится дочь, и она будет меня любить. Так что мое призвание, оказывается, и предназначение — просто любить Бога. И поэтому я думаю, что состоялась. Скажите, пожалуйста, Элизабет, какие принципы вы выделяете для себя как ключевые для своего служения? На чем вы строите? Я даже не знаю, это как-то все изнутри. Что касается, я все равно всегда проповедника любви. Вот какую бы тему я ни готовила, я все равно меняю, бывает, за 5 минут до начала. И говорю или перехожу на тему о любви Божьей, потому что считаю, что вся жизнь человека, все отношения Бога с человеком, и сам Бог себя называет любовью, поэтому я считаю, что это самое важное основание, на котором можем строить, и в ней, в принципе, все есть, все, что нужно для счастья, для успеха. Угу. Вот на самом деле, если говорить об успехе, каждый человек, конечно же, успех понимает по-своему. Угу. Вот что есть успех для вас? И считаете ли вы себя успешным человеком? И в чем? Да, вот я думала, когда думала об этой передаче, что такое успех. Вот. На самом деле, каждый человек по-разному понимает этот успех. Вот. Есть успех для каждого из нас, понимание. Есть успех, который... Бог говорит, что ты успешен. То есть есть понимание духовное, вот, взгляд духовный на это, есть взгляд со стороны человека. И, конечно, здесь на земле, чтобы быть успешным, нужно просто иметь мечту. Хорошо, если кто-то еще заметил, родители, например, твою мечту, помогли тебе ее развить, поставить цель и идти постоянно к ней целенаправленно. Просто для меня успех... Я еще лет в 10, наверное, задалась вопросом, а для чего я живу? И для меня успех — это исполнить вот предназначение, которое Бог имеет для меня. Не то, что я себе мечтаю, не то, что какие цели я себе ставлю. И для меня успех еще, если мои дети ставят приоритетом именно Божьи цели, а не свои. Однажды я слушала, как преподобный Кент Хейген пророчествовал на года, и он как-то так сказал, что все поняли, что Иисус скоро придет. И я пришла домой с радостью, что все, вот, осталось там совсем немного, Иисус придет. И когда мой сын, ему было лет 10, он занимался хоккеем профессионально, и он, значит, заплакал, говорит: «Нет, это слишком рано, я не успею в НХЛ поиграть». То есть и меня это расстроило, как маму, потому что все-таки я понимаю, что жизнь на этой земле, какие бы успехов ты здесь не добился, в бизнесе, в спорте, в музыке, там, и в художестве, ну, в чем бы ты себя, значит, не развивал, все это, в принципе, если ты не делаешь что для людей, а чисто вот сам только развиваешься, то оно все, ну, будут знать тебя, не будут, смотря каких ты. Если ты первый, то какое-то время тебя будут помнить, даже запишут куда-то в историю. Но это все оно, вот, приходящее и уходящее. Есть цели вечные, да? То есть, а с чем я приду к Богу? Вот, что я сделала вообще? Ну, вот, для меня так важно это было. Видимо, мама мне заложила это, что когда я встречусь с ним, чтобы мне было не стыдно. То есть, глядя вот на свою жизнь назад,
И меня очень обрадовало, когда мои дети, тот же Авель, он был успешен, он вырос уже, стал взрослым уже, женился. Он, значит, шел вот к этому, к своей цели, НХЛ. И вдруг Бог ему проговаривает, чтобы он оставил и стал пастором. Стал служить. И он соглашается. То есть есть цели, которые вот твои, мечты твои. И ты идешь к ним. И, в принципе, ты будешь успешен. Особенно, если ты христианин, в любой сфере, если ты будешь заниматься, ты будешь успешен. Потому что благословение есть, особенно на христианах. И есть те спортсмены, мы видим, да, особенно я больше в спортивной сфере, как бы замечаю, футбол, например, там, ну, другие сферы, что есть много христиан, которые добились успеха во славу Божию. Они прославляют этим Бога. Это если это их действительно предназначение от Бога. Более весомо, я все-таки считаю, когда ты идешь к какому-то успеху, и вдруг Бог говорит тебе оставить, и ты оставляешь. И вот это меня сильно порадовало, что мой сын смог оставить свою мечту, свою цель, потому что Божья цель была другой. И когда мои дети в первую очередь не строят карьеру, для них в первую очередь это Божья воля и Божий план, это для меня успех, как для мамы, что я правильно воспитала, правильно вложила. Хотя я очень восхищаюсь людьми, которые достигли успеха в разных сферах. В принципе, мои дети, они тоже, кто-то в художественной школе достиг, кто-то ну, в творчестве, и кто-то в там, кто-то конный спорт занимался, но это еще как бы в пути. И я хотела прочитать насчет этого местописания, которое как-то Бог мне сказал, а знаешь ли ты меня? Сказал, задай такой вопрос, когда у меня было как раз готово к служению, каждому загляни в глаза и спроси, а знаешь ли ты меня? И я помню, когда он так задал этот вопрос, я понимала, да, я с детства верующая, я переживала сильную Божью любовь, видела много чудес, видела много, что Бог ну, совершал. Вот. И я имела общение с Ним каждый день, там, изучала Слово и сама являлась учителем, но до конца я Его все равно не знаю. И вот эта глубина, эта бездонная глубина, это познание Его — это мечта Бога, чтобы мы хотели Его вот познавать. Потому что это вот все. Иеремия, 9 глава, 23 стих. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей». Да, это вот спорт. Это, «Да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь». Вот как бы вот хочется Его порадовать, Ему угодить, потому что Он так сильно любит, и просто быть послушным Ему во всем. Но это делает меня успешной и счастливой. Случалось ли вам от чего-то отказываться или жертвовать ради служения, ради Господа, и как Он восполнял это? Ну вот на примере своих детей, да, вы немножко посвидетельствовали, что кто-то оставил свою мечту и ответил на этот призыв. Вот у вас было что-то подобное? Вы чем-то жертвовали? Может быть, даже рисковали ради служения? Ну, мне кажется, служение и жизнь с Богом — это постоянный риск. Потому что риск, это же мы люди верующие, то есть люди веры. А вера — это всегда делать что-то, чего ты не чувствуешь под собой иногда. Ну вот по воде ходить, да, это, например. То есть это риск. Это каждый раз ты идешь по воде, каждый раз. Каждый день. Вот для меня лично, вот сколько я в Боге, мне уже, я 70-го года рождения, 7 лет, то есть я с детства верующая, у меня родители верующие, но Бог пришел в мою жизнь, вот ворвался своей любовью именно в 7 лет, когда было таллинское пробуждение, я сама с Эстонии, город Тарту, и это сильно захватило именно вот нашу семью, сильно, эта волна, и вся моя жизнь с тех пор, она вот полна вот этих вот жизнь веры. Мы, когда
поженились с супругом, мы хотели служить. Мы, в принципе, поженились, чтобы служить. Потому что предложение было не выйдешь ли ты за меня замуж или любишь ли ты меня, а сразу пойдешь ли ты со мной по всему Советскому Союзу нести Евангелие. На что я ответила, да, потому что была тоже моей мечтой. Ну и, конечно же, были чувства. Это не просто каждый предложил бы, пошла. Нет. Это были чувства, это было подтверждение в духе. И, ну, это было вот от Бога. И мы поехали с ним. Ну, как мы поедем без денег? То есть нам надо было, чтобы двигаться, служить, нужны деньги на самолет, на жизнь, куда мы поедем. Поэтому мы сначала заработали их. Просто Бог нам дал возможность. Я шила обувь, вот, так скажем, сапожник, да? Вот, а Руслан, он строил зерносклад. В разных городах мы жили, поженились и жили 2 месяца. Он там, я тут, просто зарабатывая. Я сидела, помню, и делали мы заготовки, мазала там клеем. Сидела и думала о Ренхард Бонке, да, вот что у него команда. И что вот в этой команде люди посвященные, которые с утра до ночи готовы что-то делать для него. Я говорю, Господь, вот сейчас мы делаем это, в принципе, чтобы заработать, но заработать для служения, опять же, чтобы можно двинуться было. Я готова для тебя жить, служить. Но это был какой год? 88-й, понимаете? По тем деньгам, да, это большая сумма. Да, это было, люди по 80 рублей в месяц зарабатывали. Вот я 2000 заработала, и Руслан заработал там 5, и мы поехали. На медовый месяц сначала, но команду взяли с собой, потому что мы не можем просто отдыхать. Нам нужно утром отдыхать, вечером служить. Поэтому мы взяли с собой целую команду. Александр Попов, наш духовный отец, который был один из двигателей, вот, их было трое, таллинского пробуждения. Бог через него очень сильно двигался, и я научилась, это вот основание мое. Он двигался во всех дарах, слово знания, слово мудрости, исцеление через него, чудотворение, освобождение. И он все время был движим духом, вот, и любовью. Он всегда был наполнен любви. И он учил нас восхищаться всем, что вокруг, благодарить Бога. Вот это вот любящим все содействует ко благу, оно просто врезалось в меня. Потому что если мы с ним куда-то ехали и перепутали поворот, он говорил, значит, так надо. То есть это вот Божья воля, значит, нас что-то плохое там ждало. И это приносило сюда такую радость. Вроде должен расстроиться. И по жизни у меня вот все получается так, что там, где ты должен расстроиться, приносит радость. Почему? Потому что ты знаешь, что ты его любишь, и тебе это содействует ко благу, даже когда случались с детьми какие-то вещи. По поводу жертв, каждый раз, когда ты чем-то жертвуешь, как вот плотью, своим временем, своей силой, или даже вот, ну, какими-то материальными вещами, мы очень любили жертвовать, Руслан. Мы сразу квартиру нам родители дали, мы не спросив, они до сих пор у нас немножко обижаются, сразу ее посеяли. Вот. Все, что к нам приходило, что бы это ни было, вот, что самое такое, у нас долго не задерживалось, мы сразу отдавали, сеяли. И когда мы отдавали, мы чувствовали себя счастливыми. И нам не хватало, когда мы долго что-то не давали, что-то мы долго не даем, что-то такого, чтобы было вот действительно жертвой. Ну и, конечно же, я понимаю, что когда ты жертвуешь свое время, свои силы, ты тоже чувствуешь себя счастливым. Я вот себя чувствую. Наоборот, если я, ну, вот, начинаю что-то жить для себя, где-то сразу у меня это место станет праздная жизнь, и мне как-то, может быть, это кто-то скажет религиозный взгляд, но это вот меня просто делает счастливой. Вы просто привыкли в этом двигаться, да. Жить по вере, жить в любви, отдавать максимально. И тем самым чем Господь больше, через вас действует. Да, больше отдаешь, тем больше приходит, и лучшее приходит. Хотела спросить у вас о лидерстве, потому что от этого действительно зависит очень многое. И, собственно, движение церкви, движение служения. Вот на ваш взгляд, какими качествами должен обладать лидер, который ведет за собой людей? Ну, это твердость, во-первых. Ты не зависишь от мнения людей. Для тебя важно, что Бог, как Бог на тебя посмотрит. Потому что мы в Божьей команде. И наш босс, не только отец наш, но и босс, и царь, и господин,
и для тебя важнее, как он, взаимоотношения с ним важнее, что он. Во-первых, ты, конечно, его любишь. Все как на небесах, оно построено. Чем выше ты, тем больше ты любишь, жертвуешь, отдаешь и служишь. Если мы перестаем брать время и заряжаться, так скажем, батарейка сядет, то есть она не может все время, какая бы она сильной ни была. То есть, а заряд наш — это Бог, это Его любовь. Это вот мне очень сильный пример сейчас Хайди Бейкер, да, если вы знаете. Да. Да, в Мозамбике служит. И она говорит, я начинаю день с того, что я просто наслаждаюсь Богом, Его любовью, я просто плачу в Его присутствии, смеюсь. И когда я уже наполнена, я могу идти и служить этим детям. До этого у нее был, ну, период другой, до того, как она посетила церковь, аэропорт Торонто. Вот. Она служила посвященная, но она перегорела. Она перегорела, заболела. У них там все забрали, все было настолько, ну, вот все просто рушилось. И один пастор пообещал им, что он будет им помогать, но у нее был вот внутренний надрыв еще, что да, финансово, может, мне будут помогать, но, ну, как такое вот уже нежелание служить, да, пневмония, там с мужем какие-то тоже проблемы физические, там психологические, вот, то есть наслужилась. И она вот приехала и встретилась с Иисусом. Нам нужны эти встречи, где он просто увидит его любящий взгляд, где он говорит, что он все знает, что он любит. И для нее было самое сложное, это именно финансово обеспечивать детей. И когда она с Иисусом разговаривала, Иисус говорит, Хайди, будешь ли ты со мной пить вот эту вино, чашу? И в этой чаше была кровь и вино. Говорит, кровь — это вот жертвенность, а вино — это радость побед. И она говорит, да, Иисус, я буду, конечно, с тобой пить это вино. И тогда она увидела вдруг тысячи детей. Если было 300, у нее сложно, то тысячи детей. И когда она увидела, она закричала «Нет!» Потому что своими силами, как бы ты Богу служишь, но своими силами, изо всех своих сил, как можешь, все ресурсы, все туда, свою веру, так скажем, все туда. Вот, и тогда Иисус, вот что мне понравилось, Иисус сказал, Хайди, посмотри на меня. Она подняла свои глаза и посмотрела в Его глаза. К ней пришел мир, и Он сказал ей, Хайди, я умер, чтобы было достаточно. То есть мы очень часто берем на себя Божью работу, и мы хотим сами переть, что-то делать, вот делать, что-то, может, заслужить, или, ну, не знаю. Но на самом деле нам нужно понимать, что мы в Его команде, это Он делает, и больше Ему доверять, вот, отходить в сторону, доверять Ему, и когда Он через тебя делает. В семейных вопросах, чем вы руководствовались и руководствуетесь, да, потому что большое служение, семья большая, и нужно это было все соединять и двигаться в этом. Вот как Господь вас в этом вел и какую мудрость Он вам давал? Ну, я смотрела на своих родителей, на свою маму. У нас тоже большая семья. Я седьмая, последняя. И я видела, как они делали ошибки, что старших они больше в строгости, больше сами пытались там что-то с них лепить. И получилось, что все равно они выросли и какие-то вот ошибки делали. А меня вообще, меня вот просто как будто отдали в Божьи руки, и все. И я в свободе, в такой, в любви росла, и меня сам Бог учил. То есть Он сам меня вот коснулся в 7 лет, сам меня потом учил, сам Дух Святой, ну, приходил, говорил мне, вот это вот так, вот это так, это надо убрать. Иди там попроси прощения, иди там это. Вот, и как бы мне приходилось, да, ломаться тоже. Он учил меня, и я поняла, что если для семьи, для детей, то важна атмосфера дома. Это как рассол, в который вот находятся там огурцы, помидоры. Там, в каком рассоле они будут, такие они будут. То есть атмосфера дома, она сделает их.
Вот, меня лично атмосфера, когда мой брат покаялся, можно сказать, он такой был хулиганистый, и Бог его изменил. Он утром я просыпалась, и я слышала, как он поет на языках. Он закрывался, чтобы никто, но оттуда прям текла река любви просто. Я просыпалась, и я уже вся, уже наполненная, все. И читает слово, молится там, вот эта вот музыка играет помазанная. Вот эта атмосфера, она меня делала счастливой и меняла меня. И я поняла, что моим детям нужно то же самое. Я часто включаю музыку помазанную дома. Вот, стараюсь, чтобы вот с маленькими детьми я сразу их учила просить прощения друг у друга. Если что не так, я тут же говорю, просите прощения. Бог давал мудрости, ты просишь. И когда я спать укладывала, ну, я не рассказывала им сказки, я рассказывала им истории из Библии. Я начинала сама молиться с Богом, разговаривать лично. Они слышали, как я с Ним разговариваю, как я плачу. И вот в это присутствие, в таком сладком, они засыпали. Вот. И они любили, когда я молилась, они, бывало, со мной вместе плакали. Моя старшая, она такая, так как у нас было военное время, она научилась 2 года, она уже на языках молилась, воевала. Уже она такая, воин до сих пор, молитвенный. Я хотела бы попросить вас ободрить наших зрителей, если у вас есть слово для них, наставление, подкрепление для тех, кто, возможно, устал в пути, для тех, возможно, кто ищет свой путь, наоборот, свое служение. Что бы вы могли им сказать и пожелать? Мое основание для служения всегда было такое, что Бог лучше знает. Он лучше знает и лучше Ему довериться, что мы можем строить планы, мы можем, ну, да, ставить цели. Но всегда быть открытыми для изменений наших планов и целей, когда Бог входит и все меняет, будьте открыты для этого, не стойте на своих принципах. Тогда вы будете благословлены, и вы увидите, как Он все хорошо устроит. Тот, кто разочаровался, вам просто нужно окунуться в Божью любовь, найти тех людей, которые, может быть, в ней купаются, и просто нырнуть в них, нырнуть в эту атмосферу любви. Не знаю, найдите, потратьте время, деньги, может быть, где есть эти люди, это команда, которые вот наполнены, всегда наполнены любовью, радостью. Просто придите, нырните, наполнитесь. И Бог проговорит вам дальше, что делать, как делать. Нужно освежение, нужно вот такие конференции, где Дух Святой захватывает и сам производит работу. Я благословляю вас и прошу, Отец, я прошу Тебя, Ты видишь ситуацию каждого, кто смотрит или будет смотреть записи. Пусть просто Божья мудрость придет и Божье Слово, пусть голос Божий будет ясный, голос Духа Святого будет ясный, чтобы они услышали, чтобы каждый мог услышать, что Бог говорит на данный момент, каждому свое. Поэтому невозможно сказать, кому-то сейчас одно говорит, кому-то другое. Пусть Дух Святой сам скажет, сам направит, наполнит. Господь, пусть освежение придет, пусть первая любовь вернется у кого, кто потерял. Пусть это захватит. Пусть Божья любовь, да, захватит. Аминь. 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 Спасибо вам огромное, Элизабет, за ваше сердце. Горячее, любящее Бога. И эта любовь распространяется на всех людей через ваше служение, через вас. Это очень здорово. Мы молимся также о вас, о вашем служении. Пусть Господь Спасибо. Обильно благословит его, расширит, умножит, приумножит ваших духовных детей в том числе. Да. Это очень приятно. И быть в центре Божьей воли, быть в Его помазании – это самое, мне кажется, драгоценное, и в этом и есть формула успеха. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы были с нами. Это была программа «Формула успеха», и пусть Божья любовь всегда наполняет ваше сердце. Оставайтесь вместе с нами.